проверка звука. Прием. Thank you.
второй игровой день Forza Харьков International начинается со смешанных пар. И на площадке номер один, на корте номер один, игра Украина против Индии. С нашей стороны играет Данил Баснюк и Евгения Паксютова. Это Днепропетровская школа бадминтона. Счет равный, соперники более-менее равные, поэтому игра должна быть интересной. 19-19, играется три партии до 21, до двух побед. Если две партии подряд выиграли, значит, встреча заканчивается. При счете 20-20 играется продолжение до разницы в 2 очка, но только до 30. Если счет 29-29, тот, кто побеждает, это последний розыгрыш в партии. Вот сейчас 20-20, игра на продолжение. И сейчас кто первый забьет 2 очка подряд, тот и выиграл эту партию. В смешанных парах и вообще в парных играх подача в основном используется короткая, для того, чтобы не дать возможности сопернику сразу атаковать, потому что поле для подачи в парных играх немножко короче, чем поле в самой игре, поэтому игроки в 85% случаев используют короткую подачу. Вот сейчас счет равный 21-21, никто не хочет сдаваться. Вот короткая подача, и игрок из Индии ошибается, делает подставку в сетку. Это нам только на руку. Хорошо сыграла девочка индуска, очень активно в передней зоне и завершила розыгрыш победой. Опять мы впереди. Хотелось бы, чтобы ребята собрались и выиграли эту партию. Немножко далеко от партнерши стоит Данил Баснюк, поэтому валаны, которые летят в среднюю зону, принимаются сложнее. Девочка-индуска играет значительно активнее, очень неплохая у нее игра на сетке, острые удары выполняет, что, конечно, ставит в не очень удобное положение нашу пару. Ну вот, и закончилась партия 25-23 в пользу индусских игроков. Игроки после каждой партии игроки меняются местами, площадками, к ним может подойти тренер, сделать какие-то корректировки по ходу игры. Они немножко отдыхают, восстанавливаются в течение 2 минут. Вот вы сейчас видите игрок сборной Украины, тренер сборной Днепропетровской области Владислав Друщенко дает комментарии и разъяснения, ценные указания своим игрокам, потому что очень хочется победить. На этих соревнованиях все победы имеют определенное количество очков к рейтингу мировому, поэтому очень, очень важно побеждать. Начинается вторая партия. Подает тот, кто выиграл предыдущую партию, поэтому подают индусские спортсмены.
Вот опять начинается с короткой подачи. Данил Баснюк удачно принял волан. Волан коснулся сетки. Меняется траектория полета волана. И для соперника, конечно, касание сетки – это очень неудобно. Поэтому мы имеем преимущество. Вот видно, что индусские спортсмены поняли, что у нас, у нашей пары есть небольшие проблемы с приемом в средней зоне. И мальчик индус все время использует это слабое место и очень много играет в среднюю зону с подачи. Два-три счет. Игра на сетке очень тонкая игра, поэтому очень важно, чтобы на сетке девочка была активная, быстрая. Нужно быстро принимать решения и желательно правильные. Поэтому очень, очень важно, чтобы девочка хорошо играла на сетке. Ну, конечно же, не менее важно, чтобы у мальчика был хороший смеш, хорошая защита. Тоже был быстрый, сильный, мог выпрыгнуть и пробить смеш, если волан вверх подлетает. Вот как сейчас Данил пробил очень хороший смеш. Ну, у индусских спортсменов неплохая защита, поэтому смеш принял и особых проблем он ему не доставил. Три мы пока вместе ведем в счете, но по ходу игры это конечно хорошо, что мы ведем, но это еще не конец партии. Нам желательно держать преимущество до конца партии и в концовке сыграть надежно, быстро, активно, и чтобы выиграть партию, чтобы была хотя бы третья и попытаться в третьей партии завершить. Обманный удар сейчас сделал игрок из Индии. Еще и неудобное для Данила место. Данил играет левой рукой, а индусский игрок сыграл в задний правый угол. Еще и с обманным движением, очень, очень сложный для приема удар. Вот сейчас очень хороший пробил смеш Данил Баснюк, очень быстрый, агрессивный, и сразу забил, пробил защиту индусских игроков. Вот мы видим с вами, что в основном игроки используют короткую подачу. Опять повторюсь, это для того, чтобы не дать возможности сопернику сразу атаковать с первого удара. К сожалению, разрыв в 3 очка в нашу пользу уже перестал быть актуальным. Уже 9-9 счет, игра выровнялась. Вот все время играют, сбрасывают в среднюю зону индусские игроки, но сейчас мы не успели защититься. Перерыв. Вот мы вели 3 очка, а сейчас 2 очка уже проигрываем. Технический перерыв в партии. Тренер может сделать корректировку.
показать, какие ошибки у соперника, какие слабые стороны у соперника, сказать, какие ошибки у нашей пары, и постараться, чтобы игроки постарались исправить по ходу игры. Ну, надеюсь, что наши игроки услышали то, что им подсказал тренер. Владислав Друщенко хороший парный игрок, поэтому он хорошо видит, где слабые стороны у соперника, чем можно выиграть. Ну, если спортсмены сделают то, что говорит тренер, то, возможно, мы добьемся успеха. Ну, индусы не собираются сдаваться и не собираются нам проигрывать. Очень много ошибок Женя допускает. Достаточно высокий игрок. Это для нее это очень удобно, потому что на сетке руки, ноги длинные, быстрее можно выйти. Но и ошибок много очень допускает. Посмотрите, как по ходу игры меняется разница в счете. То 9-6 мы выигрывали, потом переход был 11-9, теперь уже 15-11 счет. Все время игроки должны держать концентрацию, не расслабляться, для того, чтобы не допускать простых ошибок. Это только невнимательность и только отсутствие или потеря концентрации. Очень хорошо сыграла Женя в свободную зону, увидела или просто так получилось, но очень-очень хорошо и эффективно получилось, забили очко, сократили разрыв в счете, это очень важно. Ну, хороший прием индуса, и мы опять проигрываем 2 очка. Хотя поменять валан, но вторую сторону все устраивает. Вообще смена валана, кроме как побитый валан, нужно поменять и чтобы играть новым валаном, еще имеет под собой тактическую нотку. Это если плохо получается что-то, или наоборот у соперника хорошо получается, этим приемом можно сбить сопернику темп.
площадке номер 4 проходит тоже смешанная пара. Играют и с той, и с другой стороны спортсмены украинские. Дальний от нас Данил Скрынник, Анна Калякина. Харьков. Оба спортсмена учатся в Харьковском областном высшем училище физической культуры и спорта. И с другой стороны их соперники Варвара Фролова, это харьковская спортсменка, и Андрей Дон, спортсмен из Днепропетровска. Ну, первую партию мы с вами можем видеть, выиграли Скрынник Калякина 21-16. И сейчас 4-1 выигрывают. Эти спортсмены юные, они все являются кандидатами на участие в чемпионате Европы по 2001 году У-17. Сейчас проходит отбор. Две одиночные игры будут играться на чемпионате Европы. Мужские, две женские, две мужские пары, две женские пары и две смешанные пары. Поэтому сейчас к молодым пристальное внимание, потому что надо собрать сборную, которая будет достойно выступать на чемпионате Европы, который состоится в Праге в конце ноября. 6-4, немножко подтянулись спортсмены Харьков-Днепр. Вот на первом корте выиграли наши спортсмены Баснюк, Паксютова. Видно, услышали, что им сказал тренер, немножечко подумали и выиграли эту партию. Сейчас у них есть возможность выиграть третью партию и попасть в следующий круг соревнований, ну, где уже они получат намного больше очков к своему рейтингу, что очень хорошо будет сказываться на их расстановке на других турнирах. Ну и, возможно, впоследствии отбор на детские, на юношеские Олимпийские игры и на Олимпийские игры в Токио 2020. На четвертом корте выровнялась игра 7-8. Ну, по качеству игры, конечно, видно, что играют юные спортсмены. На соседней площадке спортсмены более старшие. 2-3 года разницы между игроками. Сразу качество игры и выполнение удара совсем другое. Хотя наши юноши очень неплохо выглядят. И они следят за играми старших своих игроков со своих клубов, со своих городов и стараются очень много повторять. Поэтому в их арсенале тоже есть большое количество очень хороших ударов. Одиннадцать-9 на площадке. Днепр-Харьков. Пара Днепр-Харьков повели. И сейчас технический перерыв. Тренеры могут подсказать, могут дать ценные указания, указать на ошибки соперника, на свои ошибки, от которых следует избавиться. Спортсмены возвращаются на площадку.
11-9, начинается вторая половина партии. Вот один из немногих, одна из немногих высокая подача. Хорошо, я пошел. Немножечко сокращают разрыв наши харьковские спортсмены. Сейчас девочка защитилась на сетку, должна была пойти на сетку, но не пошла, и партнер не понял, что ему делать в такой ситуации, и поэтому Валан остался без внимания. Это, конечно, неправильно сыграл Скрынник Данил, очень... Невысоко и недалеко, еще и по диагонали, еще и на мальчика. Обычно, когда соперники в смешанной паре стоят по квадратам, мальчик в одном квадрате, девочка в другом квадрате, то рекомендуется больше играть через девочку. Имеется в виду, что у девочки и смеш слабее, и защита, возможно, слабее. Ну и если мальчик бьет смеш в девочку, то уж, конечно, мальчик имеет преимущество. Досадная ошибка у Вари. Подача в сетку. Легкое очко для соперников. Каждый розыгрыш очков в бадминтоне. Поэтому любая ошибка, она всегда, это уже очко для соперника. Играют через мальчика, хотя однозначно... Харьковские спортсмены, хотя однозначно девочка слабее в миксте соперников, чем мальчик. Но это со стороны и с трибун легко говорить, а на самом деле на площадке, когда Валан летает очень быстро, принять правильное решение, это тоже определенная тренировка, это тоже сложно. Вот 18-15 проигрывают харьковчане. Очень много ошибок. В бадминтоне говорят, посыпались, когда несколько ошибок подряд, причем таких простых, удар в сетку или выброс в аут, говорят, что игрок посыпался немножко. Но есть время восстановиться и подумать, что не так, чтобы избавиться от ошибок и попытаться все-таки победить. Ну, 20-16. Зреет третья партия. Будет или нет, но зреет. Thank you.
18-22 очка отыграли. На самом деле никогда не нужно сдаваться, даже если у соперника уже 20 и сопернику осталось забить одно очко, это не значит, что соперник его точно забьет. Все равно надо побороться, у соперника точно так же могут начаться ошибки в игре. Вот сейчас очень хорошие ребята сыграли розыгрыш. Две сопли, как говорится, это касание сетки. Когда валан меняет свою траекторию, очень сложно такой валан обработать хорошо. Поэтому, если у игроков получается сделать такой удар, это для них большое преимущество.
зиме, так что как в пинке. Thank you.
Yeah.
Thank you.
мощный удар. На корте номер 3 идет игра смешанной парной категории. Встречаются игроки из Индии, дальние от нас, в оранжевых футболках, и украинские спортсмены из Днепропетровска, ближние к нам, они в белых футболках, Рита Цигнадзе и Владислав Булденко. Счет 18-12 в пользу индусских спортсменов. Индия имеет очень хорошие традиции бадминтонные, поэтому индусские спортсмены не самые легкие соперники, но тем это интереснее обыграть сильных соперников. Это и интереснее, и престижнее. 13-19. Все люди, все ошибаются. Главное заставить соперника ошибиться. Для этого желательно все перебивать на ту сторону. Вот 2 очка подряд выиграли легкими розыгрышами украинские спортсмены. 15-19. Уже немножко подтянулись. Вот не нашли общий язык индусские спортсмены. Это тоже иногда бывает в парах. Ну, обычно, конечно, в парах, которые играют уже долго, имеют какие-то спортивные награды, какие-то достижения, результаты. Конечно, таких случаев практически не бывает. Если пара новая, тогда возможно, пока мисс они почувствуют друг друга, кто куда идет, кто что делает на площадке, должно пройти какое-то время. 20-17, игра до 21, партия до 21, надо выиграть 2 партии, чтобы выиграть всю встречу. Восемнадцать 20. Украинцы подают. Напомню, игра до 21. Двадцать один восемнадцать. Первую партию выиграли спортсмены из Индии. На втором корте началась игра мужской и парной категории. Встречаются в желтых футболках, это спортсмены Индии. Кстати, их на турнире у нас около 30. И в черных футболках с другой стороны сетки, это украинские спортсмены. Артем Почтарев, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, Харьков, и Владислав Волнянский, Днепропетровск. Вот со счетом 11-3 полпартии выиграли украинцы. В технический перерыв в середине партии, для того, чтобы тренеры могли сделать какие-то корректировки, чтобы поменять игру, указать на слабые и сильные стороны соперника, указать на свои слабые и сильные стороны, чтобы игроки могли поменять что-то во время игры, чтобы добиться хорошего для себя положительного результата, победы. Четыре 11, разрыв достаточно большой, но в бадминтоне каждый розыгрыш – это очко, поэтому расслабляться никогда не стоит. Нужно расслабляться, когда ты уже забил 21 очко, а у твоего соперника поменьше. Это конец партии, и тогда уже можно расслабляться. Любая ошибка, вот так вот удар в аут, это уже сопернику очко, и разрыв сокращается. Еще не сильно, еще не критично, и к тому же середина партии, но желательно
разрыв между очками своими и соперником должен быть в свою сторону, и все время его нужно увеличивать, чтобы не было, чтобы не бояться, что соперник догонит и может выиграть. Индусы привезли сюда очень много молодых игроков, которые по окончанию Forza Kharkiv International примут участие в турнире в Днепропетровске. Это Днепро Джуниор, это юниорский турнир, который дает тоже очки в международный рейтинг юниоров. Тоже очень важные соревнования. И вот такие спаренные турниры взрослый-детский вот дали им возможность такой большой компании приехать, и некоторые из них едут и дальше играть. Сейчас наши игроки ошиблись, но в принципе, разрыв достаточно большой, достаточно ощутимый. Можно сильно не перенапрягаться, чтобы сохранить запал и психологический настрой на дальнейшие игры, которые, надеюсь, ребята все-таки доиграют, выиграют и... Сейчас высокую подачу подал индусский игрок, и валан упал в линию, скорее всего. Линия это относится к полю, поэтому все, что упало в линию, это поле. Ну и очень неожиданным это оказалось для наших спортсменов, хотя в парах подают в основном короткие подачи, но иногда, если игрок все время тебе делает добивание, то немножко можно его отодвинуть с помощью высокой подачи, но при этом сразу стоит помнить, что нужно держать смеш. Это самый быстрый удар в бадминтоне, самый сильный. Немножко разрыв в очках сократили индусские спортсмены. Наша пара первый раз стала играть на соревнованиях, поэтому у нас не сыгранная пара. Но игроки достаточно опытные, они должны быстренько разобраться, кто что делает и где чья зона, кто что бьет. Порвалась ракетка у нашего игрока Владислава Волнянского, и он просит соперника сделать 2-3 удара, чтобы попробовать ракетку, насколько она такая же, как и предыдущая. Удар в аут сделал индусский спортсмен, вышел хорошо на сетке, это просто его техническая ошибка. Наш спортсмен подал подачу в аут, и подача перешла к индусским спортсменам. Разрыв держим, но главное не расслабляться, и до конца партии надо обязательно
доиграть и темп не уменьшать, а наоборот удержать его. Вот хороший розыгрыш, много атаки, много защиты хорошей. Молодцы ребята. Геймпоинт 20, напомню, до 21 очка идет партия. Если счет 20-20, тогда до разницы в 2 очка. Но только лишь до 30. Если счет 29-29, то играется только до 30 очков. То есть разница будет 1 очко. Не сдаемся мы пока. И это очень хорошо. Очень хотелось бы, чтобы мальчики выиграли в 2 партии. И силы поэкономили для других игр. Очень хороший розыгрыш. Шикарный удар сделал Артем Почтарев. Ну, опять же, повторюсь, он очень опытный игрок. Очень большое количество соревнований проехал. Особенно перед Олимпийскими играми побывал в многих странах, поэтому опыта у него, конечно, очень много. Ну, дай бог, чтобы это нам стало у пригоди в данной игре. Немножко нам не повезло. Волан ударился в сетку и не перевалился на сторону соперника. Вот. Мы догнали. Главное сейчас не успокоиться, не остановиться. Что догнали и дело сделали. Потому что как раз соперник в этот момент начинает мобилизоваться, начинает настраиваться лучше на игру, потому что и так несколько очков подряд проиграли. Ну, очень хороший розыгрыш. Но немножко Владик остановился и тут же ударил в сетку. Нам это сейчас не очень нужно было. Очень хорошую серию из 3 смешек провел Артем Почтарев. Замечательно сыграл. Ну, уже хочется, чтобы выиграли. Мы имеем матчбол. Если мы сейчас выиграем, мы выиграем встречу. Если мы сейчас проиграем, то будет продолжение до 2 очков. Разрыв между очками должен быть, чтобы одержать победу. Ура! Ура! Собрались. Вот что значит опыт. Что значит уверенность в себе, в своих силах. Молодцы ребята, поздравляем. Ну, я могу, да, потому что там блок хороший.
На первом корте идет парная женская категория. Ближе к нам это украинские спортсменки в красных футболках. Елена Прус, город Харьков, Юлия Казаринова, Николаев. И с другой стороны в сине-розовых футболках это спортсменки из Индии. Лена с Юлей, действующие чемпионки Украины. В этом году они выиграли чемпионат Украины в женской парной категории. Спортсменки очень опытные, сыграли большое количество соревнований в своей спортивной карьере. Участницы и чемпионатов Европы, и чемпионатов мира, и Кубка мира. Поэтому очень-очень надеемся, что смогут показать хорошую игру и хороший результат на турнире Forza Харьков International. Первую партию девочки выиграли со счетом 21-17. Сейчас пока счет равный в партии 9-9. Дело близится к перерыву в середине партии. Большое количество ошибок все равно допускают спортсменки. Вот. Предыдущая подставка в аут была, сейчас подача в сетку была. Это, конечно, не очень хорошо, но спортсмены переживают. Игра на сетке очень тонкая игра и требует очень хорошего чувства сетки. Вот. Индусские спортсменки сделали на одну ошибку меньше, и перерыв в партии начался при их преимуществе. Обычно в перерыве тренер может подсказать, какие ошибки, что нужно исправить, какие слабые и сильные стороны у соперника, куда стоит бить, куда не стоит бить, чтобы избежать того, что спортсмены могут напороться на очень насильные стороны у соперника. Перерыв короткий, успевают попить воды, вытереть
вытереть пот с лица, кому нужно, и послушать наставления тренера, и игра продолжается. В данном случае продолжается серия подач в сетку. Наверняка сказывается волнение какое-то. Мы играем такие соревнования не каждый день, не каждую неделю, поэтому ну, Елена с Юлей на очень высоком уровне уже выступают очень мало. У каждой из них в своем городе есть любимая работа, тренерство. Поэтому раньше они выглядели намного сильнее, хотя сейчас опыт, он или есть, или его нет, и все, чему они научились, сейчас накопили и могут показать и сейчас на площадке, ну а на своей работе научить юных спортсменов. Очень хороший розыгрыш по полю между игроками. Индусские девочки были в переднем-заднем расположении, поэтому средняя зона у них была пустая. И Лена, увидев это, воспользовалась этой ситуацией. Обе наши спортсменки мастера спорта Украины международного класса. Обе имеют очень хорошие, высокие результаты в своей спортивной карьере. Быстрые, жесткие, активные. Но имеют в своем арсенале некоторые обманные удары. Пусть немного медленнее, которые летят, но они... Вот как сейчас Лена выполнила, это один из ее любимых ударов. И мало соперников, кто знает об этом. И очень часто Лена этим ударом выигрывает розыгрыш. Ну, должно же нам повезти. Вот повезло, Лена еле дотянулась до валана, но все равно коснулась его, и валан перелетел на ту сторону. «20-13, и матч-поинт у наших девочек, еще одно очко, и они проходят следующий тур соревнований. Confidential. Досадная ошибка. Столько же, только с другой стороны линии, было бы очень даже хорошо. 15-20, 2 очка. Девочки индусские сократили разрыв. Но наши молодцы, поздравляю. Девочки проходят следующий тур соревнований. Thank you.
Я бы, черт.
интерес к девушкам сразу пропал. Может быть, это и сделать. Правильно? Да. Скажи, да, где?
Спасибо.
не Thank you.
Thank you.
В корте номер один идет игра мужская одиночная категория. В красной футболке украинец, харьковчанин Валерий Отращенко, мастер спорта Украины международного класса, город Харьков. И в синей футболке спортсмен из Венгрии. Вторая партия, первую Отращенков проиграл со счетом 21-11. Сейчас ведет 18-16, но предыдущий розыгрыш ошибся. Сейчас ошибся венгерский спортсмен. Ну, игроки приличные. Оба с хорошим уровнем, подготовки. Матч-поинт у Валеры Отращенкова. Если сейчас он забивает, то он выигрывает партию, будет третья партия. Если нет, то еще будет продолжение этой партии. Партия длится до 21 очка. Нужно выиграть две партии по 21 очку. Если счет 1-1, значит, играется третья партия для выяснения победителя. Если счет в партии 20-20, спортсмены играют продолжение до разницы в 2 очка. 2 очка подряд Валера проиграл. А на площадке номер 4 играют встречу Виталий Конов, мастер спорта Украины международного класса, город Харьков, и спортсмены из Польши. Третья партия. Судя по счету, игра достаточно тяжелая. Первую партию Виталик проиграл. И вторую партию выиграл на 19. И в третьей партии 19-10 ведет. До победы ему осталось забить 2 очка. На первой площадке закончилась вторая партия. Партию выиграл Валера Отращенков со счетом 21-19. Достаточно тяжелая и нервная игра. Соперники ошибаются по несколько сантиметров в аут. Бьют валаны. И, конечно, и одного, и второго. Это немножко
выводит из состояния равновесия. А на четвертой площадке Виталий Конов 21-10 выиграл третью партию. Молодец, поздравляем. Очень приятно, что наши спортсмены, уже не один спортсмен прошел следующий круг наших соревнований Forza Харьков International. Молодец. Ну, на первой площадке перерыв между партиями. Игроки пользуются полотенцами, вытираются, выпьют воду. Тренеры вносят свои коррективы, помогают своим спортсменам, рассказывают о ошибках, о слабых, сильных сторонах своего, их соперников. Поэтому эти перерывы для игроков не только для отдыха, но и для получения, может быть, какой-то новой информации от тренера, что можно еще предпринять, чтобы выиграть у своего соперника. В зале тепло, спортсмены даже в перерывах между партиями успевают поменять футболки, потому что вся мокрая, и носить на себе мокрую футболку, она утяжеленная получается, и успевают даже поменять форму. Началась третья партия, очень хороший розыгрыш, активный, быстрый, выиграл его Валера Отращенков. Несколько розыгрышей играем одним валаном. Если он приходит в негодность, меняет свою форму или у него выбивается перо, соперники валан меняют для того, чтобы можно было качественно проводить игру. Очень хороший розыгрыш провел Валера. Два полусмеша и третье добивание. Вынудил соперника сыграть на сетку. Высоко сыграть на сетку. Создал себе ситуацию и забил. Успешно завершил этот розыгрыш. Это начало партии, поэтому надо. И опять хороший удар выполнил. На бадминтонном сленге называется «разорвал». Разорвал своего соперника. Когда спортсмены много потеют, у них пот капает на площадку, и они просят судей, чтобы не подскользнуться, вытереть мокрое место. Очень хороший удар с задержкой произвел сейчас Валера. Очень неплохо начал третью партию. Вот таким же точно ударом, как предыдущие несколько розыгрышей, выиграл Валера, выиграл венгерский спортсмен. Один 5 в партии. Неплохой задел, но успокаиваться рано. Нужно доиграть партию до конца. Напомню, до 21 очка идет партия. При счете 20-20 продолжение до разницы в 2 очка. Хороший, быстрый, активный. Два активных удара.
И Валера выиграл этот розыгрыш и получил очко. Вот этот удар называется удар с соплей, и для спортсмена, который выполнил и у которого он получился, это дополнительное такое и приятное моральное удовольствие получаешь от такого удара. Ну и, как правило, этот валан забивается. Замечательный розыгрыш. Восемь-два. 9-2. Сейчас серия ударов атакующих. Все очки, которые Валера забил, он все забил ударами сверху вниз, смеши, добивания, все активные. Ну, вот потерял немножко концентрацию и допустил досадную ошибку. Валера очень опытный игрок. Напомню, мастер спорта Украины международного класса, участник многих чемпионатов Европы, чемпионатов мира, Кубка мира. Игрок национальной сборной, действующий чемпион Украины в смешанной парной категории. Нельзя ни в коем случае расслабляться, нужно доводить игру до конца и желательно в свою пользу. Нельзя дарить сопернику шанс и на победу. 11-4, переход в третью партию. С хорошим преимуществом выиграл Валера эти полпартии. Небольшой перерыв в середине партии есть технический перерыв. Спортсмены пьют воду, вытираются, могут поменять форму. Ну и самое главное, это, конечно, послушать от тренера какие-то указания, какие-то пожелания для того, чтобы свой игрок мог выиграть. Валера много играет слева налево по диагонали, и видно, тренер соперника подсказал ему, что сейчас диагональный удар принял венгерский спортсмен, и все равно Валере удалось выиграть. Тринадцать четыре. В пользу Отращенкова Валеры. Серия из нескольких ударов, очень-очень точных. Пять четырнадцать.
переход подачи. Ну, главное не расслабляться, когда такой большой задел есть, немножко успокаиваешься, и а в этот момент соперник собирается и вот уже 2 очка мы проиграли. Нам нельзя, ни в коем случае нельзя отдыхать, нельзя расслабляться, нужно доиграть партию до конца. Скользко могло быть на площадке. Валера поскользнулся, не успел добежать до валана и совершил ошибку, которой воспользовался соперник, спортсмен из Венгрии. Ну, это естественная ситуация. Всегда обязательно нужно воспользоваться ошибкой соперника. Да. 15-7. Вот венгерский спортсмен нам подарил хорошее очко, легкое. Ну и тут же его забрал. 8-15. 16-8. Очень хотелось бы, чтобы Валера доиграл эту партию со своим таким хорошим перевесом и прошел в следующий круг наших соревнований Forza Kharkov International. Хороший долгий розыгрыш, никто не хочет ошибиться, все хотят дождаться ошибки соперника, чтобы выиграть этот розыгрыш. Ну, повезло сейчас больше Валерии Отраченко, он сделал обманное движение, и розыгрыш завершил на свою пользу и выиграл очко. Третья партия, концовка третьей партии. Спортсмены играют очень близко к линиям. Это говорит о том, что они очень хорошие спортсмены, очень хорошего высокого уровня, потому что на фоне усталости и так точно попадать в поле, в линию, это могут спортсмены высокого уровня. Обычно спортсмены не такого высокого уровня допускают большое количество ошибок при наступлении определенной усталости. 18-9. Ну, пока мы держим это расстояние в очках. Сейчас венгерский спортсмен хорошую сделал подставку, но ошибся, и валан улетел в аут. Видно, сказывается у него волнение, концовка партии не в его пользу. Для спортсменов это, как всегда, очень волнительно. 29 матч-поинт у Валеры. Надо забить, надо доиграть. Нельзя расслабляться. Я поторопился, немножко захотел побыстрее выиграть и ошибся. Один 10.
хорошая игра, очень красивая, очень активная, быстрая. Поздравляем нашего спортсмена Тращенко Валеру с выходом в следующий круг соревнований. Валера всегда благодарит своих болельщиков. Вот как это было только что. Это не хорошо.
феномен. Телемдом. Артём, это не хочу понимать.
Лучше большая, чем в облике. Thank you.
Организаторы турнира «Форза Харьков Интернешнл» благодаря своим партнерам. Титульный спонсор турнира – компания «Форза». Качественное оборудование и одежда по приемлемым ценам, которые производятся в Дании бадминтонистами для бадминтониста. Генеральный спонсор турнира – компания Investment Service Ukraine, специализированная компания по обслуживанию иностранных инвестиций в Украину. Компания Chrome Design – материалы для рекламы и строительства.
На площадке номер один идет игра, мужская одиночная категория. В голубой футболке спортсмен из Франции и в белой, бело-черной футболке наш украинец Артем Почтарев, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Первую партию Артем проиграл со счетом 21-15. Сейчас вторая партия, 9-6. Артем выигрывает. До технического перерыва осталось ему забить 2 очка. Ну а пока смотрим игру. Спортсмен из Франции достаточно непростой спортсмен. Очень неплохо играет и по прогнозам тот, кто выиграет эту игру, попадет в финал наших соревнований Forza Kharkov International. Восемь-девять, уже расстояние сократилось между соперниками до минимального. Конечно, мы болеем за нашего спортсмена, за Артема Почтарева. Хотим, чтобы он выиграл и прошел во второй круг соревнований. И, возможно, вышел в финал наших соревнований. Десять восемь. Очень хорошее завершение предыдущего розыгрыша. Добивание на сетке. Очень быстрый, активный удар. С обманным ударом, очень красивый удар, нам отсюда не очень хорошо видно, но очень сложно обнять такой валан. И француз использует этот удар и очень эффективно и успешно для себя. Десять-десять, одиннадцать-девять. Перерыв выигрывает Артем Почтарев. В перерыве спортсмены могут попить воды, попользоваться полотенцем, а также получить от своих тренеров наставления по поводу дальнейших действий в их игре. Ну, в данной встрече спортсмены играют без тренера, используют только свой собственный опыт, свои собственные возможности, мысли для того, чтобы хорошо, удачно сыграть и выиграть эту встречу. Компания «Альбатрос» – производитель ограждающих поверхностей и каркаса для быстрого монтирования зданий. И также водный партнер – природная минеральная вода «Моршинская». Одиннадцать-девять. Продолжаем игру. Хороший удар выполнил французский спортсмен, пробил мощный, активный смеш.
Такое ощущение, что мы где-то это уже видели. Точно такой же удар был в предыдущем розыгрыше. И сейчас исполнил тот же удар. И опять очень эффективно для себя. Я напомню, что игра состоит из трех партий до двух побед. Должны сыграть соперники. Если 2-0 по партиям, то встреча заканчивается. Если 1-1, то играется третья партия. Партия длится до 21 очка. Если 20-20, то продолжение до разницы в двух очках, но только лишь до 30. Если еще 29-29, тот, кто забивает следующее очко, становится победителем. 12-12. Догнал французский спортсмен. И сейчас идут очень ровно. Никто не хочет сдаваться, никто не хочет уступать. Ну, это правильно. Все сюда приехали для того, чтобы выиграть. Поэтому можем с вами смотреть очень красивые, бескомпромиссные игры. Сейчас две подряд ошибки сделал французский спортсмен. Совершенно правильно. Два раза ошибся, нужно поменять волан, попытаться сбить темп сопернику своему. Сейчас посмотрим, поймет ли это Артем и сможет ли не отреагировать на такой тактический ход француза. Смог. 15-12 в пользу нашего спортсмена Артема Почтарева. Если бы Артем смог выполнить этот удар, было бы очень красиво. И, скорее всего, что он бы закончился этот розыгрыш в пользу Артема. Но Артем допустил ошибку, поэтому 13-15. Очень сильный пробил смеш француз в центр, но он был чересчур сильный, волан улетел в аут. Хорошо, что Артем понял это и смог увернуться. Иначе, если волан даже летит в аут, но игрок касается волана, волан считается таким, который упал в поле. Четырнадцать-шестнадцать. Сумасшедшее красивое добивание сделал француз. Как будто бы ждал только этот удар и никакой другой не предполагал. И Артем именно на это добивание и набросил французу. Шестнадцать-шестнадцать. Очень много выигрывает француз на сетке. И когда игрок в передней зоне играет активно, успевает выйти и сделать атакующий удар добивания, он имеет большое преимущество. Хороший смеш пробил Артем, долгий розыгрыш, дождался, когда соперник не добросит до задней линии, и пробил смеш.
Очень близко к линии, очень тяжело берущийся удар. Восемнадцать 16 в нашу пользу. Очень возможно, что если Артем сможет сохранить свое преимущество, то мы получим третью партию и шанс выиграть в этой игре. Досадная ошибка. Легкое очко для француза. 17-18. Восемнадцать 18. Француз провел несколько очень резких и быстрых смешей и смог выиграть этот розыгрыш. Девятнадцать 18 опять смешим, завершил розыгрыш француз в свою пользу. Артем ошибся в защите. Очень хороший розыгрыш, оба спортсмена ждали, когда же другой ошибется. Ну и тут французу повезло, он сделал обманный удар еще и с касанием троса. 20-18, француз имеет матчбол. Если сейчас забьет, он выиграл встречу и пошел и пройдет в следующий круг наших соревнований. Апеллирует к судье. Ему показалось, что он упал в аут. 19-20. Долгий розыгрыш, никто не хочет сдаваться, естественно. Все хотят выиграть, все ждут, когда ошибется их соперник, чтобы можно было забить. И вот после такого долгого розыгрыша француз выбрасывает ваут, счет становится 20-20. Это продолжение. Теперь один из спортсменов, чтобы выиграть эту партию, должен забить 2 очка подряд. Организаторы турнира Forza Kharkov International благодарят своих партнеров.
транспортные партнеры такси и МСИ и информационных партнеров. Взяли перерыв перед продолжением для того, чтобы настроиться и забить эти два очка. «20-20» подает Артем Почтарев. «21-20» Артем ошибается. Слишком тонко хотел сыграть, и балл не перелетел через сетку. 21-20 в пользу француза. Для него второй матчбол. «22-20» Встречу одержал француз со счетом 2-0 по партиям. И вышел в следующий круг наших соревнований. Вот это вот, 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 вот это вот
Две партии, Yeah, I do.
Come on.
Court 2, Men's Singles, Ariaman Tandon, India, Adrian Church, India, Umpire Спасибо, что вас обучили.
организаторы турнира Forza Hyper International, благодаря своим партнерам. И другие спонсоры турнира компания Forza, качественная оборудование и одежда по клиентским ценам, которые производятся за и под металлистами для подметалистов. А также генеральный спонсор турнира компании Investment Service Ukraine. Thank you.
Thank you.
Виктория Владимировна. Теперь я с вашим именем спать буду ложиться, Виктория Владимировна. И вставать. Владик Степанецкий. Что я должна за ним ходить за ним? Красава. Да я не бегаю, ну просто как... Добрый день. Да. Я ей нарисовала, что мы уже бежим, выбегаем.